Здравствуйте, мои подписчики. Ставьте лайки, ставьте больше лайков, больше просмотров, все будет классно. Сегодня мы играем Hearthstone. Обзор на Hearthstone, ребят. Какая-то карта ебучая. О, у нас новый участник, это маг Джайна Проудмор. Это маг Джайна Проудмор. У, Джайна Проудмор. Кто примет ее вызов? Давайте кто примет ее вызов. Ребята, классно. Это же кошмар Элвинского леса. Ребята, кошмар. Гнол, дробите. Гнол, дробите. Всем приготовиться. Начать. Битва начинается. Ну давай, я жду. Мне нужны существа, которые будут сражаться за меня. Хорошо, хоть он не разыграл ни одной карты в этот ход. У вас ход, у нас тоже ход. Мы закроем. Если у вас остается ваш ход. О, еще одно существо. Как раз вовремя. Ты как раз там, где нужно. Превосходно. Мы сделали то, что нам нужно. Две карты. Должно быть одном припас. Да, одном припас, ребята. Кого мне атаковать, гнола или самого дробителя? Я думаю, лучше атаковать дробителя. Сейчас они атакуют нас, но мы остаемся с дробителем. Атака 5? Какой огромный зверь! Ага, какой огромный зверь, ребята. Я могу убить этого огромного гнола или напасть на его хозяина. Давайте поставим сюда же. Ой. Нет, давайте убьем гнола, просто 3-5. Это уже херня. Слушай, он не может атаковать его. А, подождите, атаковать его. Атакуй. Вот ты будешь следующим, дробитель. Ну все, дробитель будет наш. Потому что у него одна карта будет. А мы возьмем еще одну карту нашу. И все. Закончим ход. Поставим. Вырвыркает. Что-то там вырвыркает. Что? Минус 4. Молодец. Это карта заклинания. Ее можно использовать только один раз. Ну что, используем ее? А, давайте пустим на нее, потому что смысла я не вижу. А, это на противника можно сказать, все понятно. Все, закончим. Какие карты? Мы же не можем разыграть карты. А, мы можем. Все. Мы победили. И вот так эта игра. Это Hearthstone, ребята. Возвращайся в тюрьму, грабитель. Следующий. Посмотрим, кто следующий. А, это еще прогресс обучения, ребята, понимаете? Все, ребята, на следующей части начнем и продолжим. Ладно, ребят? Окей, увидимся.